Всем привет, мы снова, я Black Flag. И сегодня с Мордлову поэтому, который плюс 10 февраля. А именно, мы вяжем с Евгением Ломановым и с Золотсиним Сиджаном. Сейчас мы уже здесь. Сервис мы тут использовать Евгения, и я нужно найдем с поводу единоглазного решения ушурить. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подтвердите, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на ринг выходит Евгений Ломанов. 19 побед, 19 побед, 12 из нокаутом и ни одного положения. А рекорд Мордлова у них 3 боя, 2 победы, 1 нокаутом и 1 положение. А вот выходит и его оппонент. Сезон Сиджан. 14 побед, 11 побед, 6 нокаутом, 2 положения и 1 ничья. А рекорд Мордлова у них 1 бой и 1 победа. Нам представляют боксеров. Сейчас рефери напомнит вашим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Расмен. Точно, Сиджан. Ломанов попадает. Неплохо. Точно Евгений. Встречает Джан своего визави. Мимо. Мимо. Точно Джан. Кэрлин. Мимо. Ломанов точен. Мимо. Попадает Евгений и потрясен. Сезон синь. Пошел Ломанов на добивание. Сиджан спасается в крынче. Кэрлинич. Мимо. Мимо. Точно, Сиджан. Ломанов. Неплохо. Мимо. Попадает Евгений. Неплохо. Апел кот. Мимо. Ломанов точен. Снова попадает Евгений. Мимо. Мимо. Big
Точно, Романов. А вот Смен. Мимо. А вот Смен. Мимо. Первый раунд завершён, и он за Евгением. 10-9. Романов это делает. He was able to stun him. Teddy, when a fighter comes back after doing what he just did, do you see them almost light up, like get a little boost of energy because of that? Yeah, it does build your confidence a little bit. You know, it makes you feel more secure. I can control this man. I had my way. Look, you're standing straight up. Move that body. You need to move that body. И у нас раунд номер два. Восьмер попадает в Евгений. Карлинич. Неплохо. Попадает Джан. Романов отвечает. Карлинич. Неплохо. He's got his guard up really well that time and it protects his head. Точно. Джан. Романов отвечает. Мимо. Covers up nicely, gets rid of his. Попадает. Зоучин. Восьмен. Точно, Евгений. Мимо. Мимо. Точно, Романов. Восьмен. Мимо. Попадает Евгений. Мимо. Точно Джан. Мимо. Сжалось и не попадает. Неплохо. Мимо. Романов точно. Yeah, that's exactly what he's doing. He's waiting, you know, he sees that his opponent is in his armory, so to speak. You know, he's Мимо. In his castle. He's getting him to come out of his castle. He wants him to come out of his castle. Точно, Евгений. Now he can attack. Keep doing what you're doing. Мимо. Точно, Романов. Неплохо. Мимо. Точно, Джан. Евгений отвечает. Второй раунд получился максимально близким, но минимально он за Евгением. До вас 18, Романов впереди. Smart to take a page out of the book of Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, where Leonard stole rounds at the end, where he just clipped off 30 seconds, and that's exactly what the judges remembered. You gotta land a big punch now. No doubt about it. You are losing this fight. You need to throw and land a big shot. Look at me. Knock this motherfucker out. You fight his rhythm. И у нас раунд номер 3. Восьмен.
Точно, Лев Гений. Мимо. Попадает Лев Гений. Лосмен. Точно, Ваманов. Лосмен. Жидзян. Точно. Мимо. Не помогло. Точно, Жидзян. Кэрлин. А, пилокот. Точно. Сидем. Лосмен. Мимо. Лосмен. Мимо. Попадает Лев Гений. Жидзян помахивается. Мимо. Неплохо. Лосмен. Мимо. Точно, Жидзян. Неплохо. Wow, is he defensively sound? Мимо. Лосмен. Мимо. Точно, Жидзян, Кэрлинич. Неплохо. Попадает Жидзян. И третий раунд. Джо Син забивает себе в копилку. 29-28. Евгений это делают. АО Ниссан Фьюри 28-29-28 в пользу Жидзяна. И у нас раунд номер 4. Неплохо. Попадает Лев Гений. Жидзян точен. Лосмен. Неплохо. Ваманов точен. Жидзян отвечает. Лосмен. Снова точен. Сезон синий. Мимо. Неплохо. Мимо. Точно, Жидзян. Неплохо. Мимо. Halfway through round number four.
Неплохо. Мимо. А, первый кот. Карлович. Точно, Сиджан. Мимо. Неплохо. Попадает Евгений. Сиджан точен. Неплохо. Мимо. Точно, Ломанов. Сиджан отвечает. Мимо. Неплохо. Лосмен. Поддавливает Евгений. Сиджан встречает. Еще раз. Точно заучили. Ломанов помахивается. Неплохо. Точно Сиджан. И четвертый раунд за Сиджаном. Все равно с Ломановым. 38, 38. The combinations. First of all, his opponent's pretty slick in there, pretty good at bobbing, weaving a little bit, slipping a little bit, making himself a difficult target. But his punches are a little wide. Needs to shorten them up. You gotta breathe. Just breathe. Relax. How you feeling out there? Now you're not winning this fight, mate. You're not winning. He's beaten. I need you to throw more than one punch out there, right? И у нас раунд номер 5. Неплохо. Точно, Евгений. Снова попадает Ломанов. Мимо. Неплохо. Мимо. Лосмен. Мимо. Мимо. Точно, Евгений. Сиджан отвечает. Лосмен. Точно, Ломанов. Джан отвечает. Мимо. 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 Точно, Евгений. Неплохо. Мимо. Точно, Ломанов. Поддавливает пока что Евгений своего визави. Сиджан выжидает. Карлинич. Лосмен. Мимо. Мимо. Точен Сиджан. Лосмен. Мимо. Мимо. Точен Сиджан. Евгений попадает. Мимо. Неплохо. Снова точен Ломанов. Мимо. Мимо, оба. Попадает Евгений и потащил на Сиджан. Пошел Ломанов на добивание.
мимо. Первый раунд завершён, и тут пятый раунд завершён, то есть он же Евгением, 48-47, Романов впереди. Немного заговорился я, принесу свои извинения. I want to see how someone behaves when they're losing. He's behaving the right way. He's getting himself back into this thing. Don't stand in front of him. Nice one. Keep it up. This guy's never felt a beat like this. Keep the pressure up. И у нас раунд номер 6. Карл Линич. Восьмен. Мимо. Побок попадает Джан. Романов точен. Восьмен. Снова обменялись спауни ударами. Мимо. Мимо. Восьмен. Мимо. Восьмен. А, первый код. Карлинич. Мимо. Мимо. А, первый код. Попадает Евгений. Неплохо. Восьмен. Карлинич. Точно Романов. Мимо. Точно. Сиджан Евгений отвечает. Неплохо. Точно Романов. Мимо. Снова бьет боксовую паузу. Мимо. Евгений точен. Попадает Джан. Неплохо. Мимо. Опа. Романов встречает. Мимо. И шестой раунд за Евгением. После первого половины боя Романов ведет 58-56. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. И у нас раунд номер 7. Точно Романов. Мимо. Помахивается Евгений. Мимо. Мимо.
попадает Сиджан. Романов помахивается. Неплохо. Попадает Джан. Снова точно Желосинь. Мимо. Кэтлин. В боку попадает Евгений. Восьмин. Снова восьмин. Мимо. Апперкот. Евгений точен. Восьмин. Снова восьмин. Точно Романов. Пока поточнее Евгений своего визави. Восьмин. Мимо. Неплохо. Карлинич. Точно Евгений. Неплохо. Попадает Романов. Неплохо. Мимо. Мимо. Точно, Сиджан. Евгений отвечает. Попадает Романов. Восьмин. И седьмой раунд также за Евгением. 68-65. Романов впереди. А у Невсана сегодня Романов в виде 77-76. И у нас раунд номер 8. Восьмин. Попадает Евгений. Мимо. Точно Сиджан. Апперкот. Мимо. Попадает Сизалосинь. Неплохо. Восьмин. Мимо. Неплохо. Мимо. Точно, Евгений. Сиджан отвечает. Неплохо. А, первый код. Восьмин. Мимо. Карлинич. Апперкот. Попадает Евгений.
попадает в Золосинь. Неплохо. Попадает за Дзен. Мимо. Неплохо. Восьмеем. Попадает с Дзен. Восьмеем. Неплохо. Мимо. Кэрлинич. Точно, Евгений. Мимо. Мимо. И восьмой раунд. Также за Романовым. 78-74. Евгений увеличил это преимущество. И у нас девятый раунд. Пошел Сиджан в атаку. Мимо. Взял Синь Тотин. Мимо. Восьмен. Снова восьмен. Мимо. Ломанов Тотин. Мимо. Восьмен. Тотин Сиджан. Восьмен. Белот бросает паузу. Неплохо. Кэрлинич. Точно, Евгений. Мимо. Оба помахиваются. Точно, Романов. Неплохо. Попадает Дзен. Восьмен. Попадает Золосинь. Мимо. Повнулся Романов. Мимо. Мимо. Снова помахивается Дзен. Романов Тотин. Восьмен. Мимо. Оба. Попадает Дзен. Неплохо. Мимо. Восьмен. Снова восьмен. Неплохо было. Попадает Сиза. Романов пытается попасть по корпусу. Достает все-таки до шеи Евгений. Восьмен. И вырывает девятый раунд Евгений себя в копилку. 88 выстрелы Романов впереди.
take. Yeah, whoever finishes up strongly in the late parts of these rounds, a lot of times, you know, the judges get mesmerized a little bit here, too. You know, it's a real close fight, and they kind of forgot where the separation was. And whoever grabs the last part of the round, that's who you remember. It's very important in this kind of fight to finish up good at the end of the round. И у нас раунд номер 10. Мимо. Помахивается Евгений. Судья нас отчаивает. Неплохо действует Зоусин. Апперкот. Мимо. 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 Помахивается Евгений. Мимо. Очень много помахов в этом раунде. Судья попадает. Мимо. Попадает Зоусин. Неплохо. Мимо. Неплохо. Точно. Судья. Мимо. Неплохо. Восмел. Мимо. Оба. Помахивается Евгений. Мимо. Мимо. Карлинг. Восмен. Снова восмен. Мимо. Попадает Джан. Мимо. Восмен. Неплохо. Точен. Сиджан. Мимо. И 10-й раунд. Зоусин забивается в копилку. 97-90 Романов ведет. И назад чемпионский раунд. АО Нерсан совершил 96-94 по жизни Евгения. И у нас раунд номер 11. Мимо. Попадает Джан. Мимо. Тотин сказал Син. А Пелокот попускает Евгений. Восмеян. Снова смен. Попадает Зидян. Неплохо. Точно Евгений.
Мимо. Мимо. Поддавливает сейчас. Золотинь. Мимо. Неплохо. Точно сидим. Восмеем. Мимо. Неплохо. Мимо. Восмен. Мимо. Мимо. Оба. Точно, сидим. Мимо бьет Евгений. Точно, сидим. Кэрлин. Восмеем. Мимо. Мимо. Точно, сидим. Мимо. И 11 раунд за Сидзяном. СС Сахры, Романов впереди перед финальным раундом. И у нас заключительный раунд. Восьмер. Точно, сидим. Восьмер. Неплохо. Восмеян. Восмеян. Мимо. Мимо. Восмеян. Мимо. Восмеян. Точно. Сидзян. Мимо. Точно. Ломало. Мимо. Мимо. Точно, сидим. Экспресс дефенс is paying off now. Мимо. И у нас пошла последняя минута поединка. Восьмен.
Целого смена. Точен. Сиджан. Мимо. Точен. Зоро синий. Мимо. Мимо. А, кавокот. Неплохо. Восемен. Стоп, 15, 113, Романов. Судьем судейское решение. И у нас ничья, дамы и господа. Романов и 2-114. Ничья решением большинства судей. Первого тогда Сидзяна, второй один Романову дуэль Сидзяна, третий четвертый Сидзяна, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый Романову, десятый, одиннадцатый Сидзяна и 12-й Романову. Что ж, давайте обратимся к статистике. Романов попал 380 ударов из 894. Сидзян 378 из 865. У Евгения 646 из 396 в голову, 234 из 498 в корпус и всего 69 из 213. У Заосини 178 из 459 в голову, 200 из 460 в корпус и всего 127 из 360 по раундам. Первый 31-26, силовые 10-7. Второй 32-26, силовые 4-10. Третий 34-46, силовые 5-13. Четвертый 31-38, силовые 4-10. Пятый 35-24, силовые 8-11. Шестой 37-29, силовые 5-12. Седьмой 34-31, силовые 6-8. Восьмой 31-30, силовые 5-11. Девятый 36-36, силовые 6-17. Десятый 28-28, силовые 4-7. Одиннадцатый 22-33, силовые 7-10. И финальный 29-31, силовые 5-11. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Frog. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.